Салам алейкум, Дустар, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, это реакция на сериал, чуть не сказал Саке, Сержант Братан. Зачем меня Бог из комы вытащил? Что-то походу жесткое, мне кажется, в этой серии будет, не знаю, но заставка, сам стоп-кадр на серии тоже такое, что-то как будто бы что-то там произошло, не знаю. Сериал неплохо, в принципе, развивается. Видим, какой все-таки хороший человек сержант. Прошлая серия тому доказательство. Вот. Посмотрим, что у него произойдет, что случится. Там уже дальше поболтаем в конце. Поехали. Сразу посмотрим. Это правда? Я говорю, что он жопа? Ну, в общем-то, давай не беси. Конкретно. Просто инструкции, все. А то я в этом не разбираюсь. Все окей. Не, BTSW, просто надо пройти в описании прямо по цели и кликнуть на ссылку. Я смотрю ссылку. Только когда они заливают на официальный свой канал YouTube. Они, ну, типа я знаю то, что на YouTube выходит, я могу посмотреть, но я не буду все равно заливать. Когда у них появится на официальном канале, потом появится реакция. Ферштейн. Это раннее утро, что ли? Или ночь? Ночь, наверное. Думай. Не понимаю, вот как так вообще? Ну, можно курить этот сигарету в стакан. По мне, так это вообще как-то некрасиво. Не знаю, как. Рваная, что ли, там, на улице? Или попутали? Я сейчас вместе со своим столом на место вас поставлю. Забронируйте место на кладбище Чертина. В трусах. Что делаешь? Блин, казать первым. Представляете? Картин Баран, Мотовер, кинокомпания Звандат, Кассики Шахат. Ну да, 90-шылдар туралы фильм вот. Бандитский тематика. Соған текстер берген, соған дайындал жатым. Маға көмектесіңіз ба? Там бандитский движение қалай жасайды. Көрсетіп, там мимика, қалай сөйлеу керек. На очки қалай? Быстро он надел спасать. Или басқа очки кейін ба? Может, цепчика ауыстырам? Или кожан кейі болайын ба? Бандит тесер. Қалай өлес? Слышь его. Давай,
Позже побазарим. Йоу! Короче, в этом городе я смотрящий. Поняли? Не верю. Так что уважайте. Салтанат, ты же знаешь, без подписи шефа я не могу тебе никакие личные дела дать. Фоманчик, первый день работаем, что ли? Ты же меня знаешь, завтра тебе все верну. Да, знаю. Но за такие движения меня могут посадить. Ёб твою, Аман! Кто тебя посадит? Ты сам мент. Хватит очковать, а? Слушай, пробей мне личные дела на эти фамилии. Если поможешь, я поговорю с шефом, чтобы тебя перевели отсюда в нормальный отдел, где работают настоящие мужики. Не хочу я никуда. Зачем мне это? Мне здесь комфортно, нравится. Ну, тогда я специально скажу, чтобы тебя перевели отсюда, если не поможешь. Блин, сама не, ну, немного неправильно, короче, все это дело. Его еще за собой тянет. Алло, братан. Че там, не был? Пойдем, пройдемся. Мила, давай бухнем от души, а? Койсаш, братан, оның нен? Өз мәрін арап қойғанда керек емес. Арашкин кенгенде қарағанда. Сенде проблема бар сияқты, не бұл? Короче, дом бізден шықшақ деп тұрды. Я себе чувствую не рыбой, не мясом. В каком плане? После кумы я никак не пойму, как жить в этой движухе. Пытался по белым, не получается. По черному тоже какая-то лажа происходит. Мы с тобой как лохи двигаемся. Все через жопу. Синдер, походу, в ортожастах кризис. Вот это. Там еркектер до крахтан, и люди им болот на депрессии. Ну, как утенок после родов. Була, ты за базаром следи. Не обессудь. Просто пример вы. Короче, я никак не пойму, зачем меня Бор из кого вытащил? Элементарно даже, блядь, семья МД не могу, блядь, обеспечить баблом. Пиздец, позорно. Он да, давай, друста, крестик, Джимска. Лох тарг самый. Артур Лесмиман, бизнесмен. Қала сыртына пар прессовать еткеніміз, өз емасын өзіне қаздырып, қорққаннан багажниді бұнда жіберіп қойып еді ғой. И че дальше? Короче, братан, районымызда бір бизнесмен бар. 5-6 магазин абыраққа кіріп кеткен. Соны вот прессовать ететін болсақ, отвечай курс ұстаймыз. Мы не сами по черному двигаться этим гесом. Согласен? Где ты раньше был с этим планом? Наконец-то нормальная тема. Че? Нож увидели? Дух потеряли, а? Суки лад. На-на! 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 Теперь я ваш главный, поняли нас? На-на! Вашего главного я замочил. Он должен был. А как говорится, долг – это священное дело. Ты что, больной, что ли? Неге мен қорта берсіндер? Хотя бы есть как күрсеш? Сыртынан қағайын ба? Ты что, вырядился, как лох? Кассетке дайнап жатырмын. Тоже у меня актер. Давай собирай быстрей. Помогай, не қарап тұрсың. Осторожней. А? Кстати, Салта, чё? Син водителя блесу вот, көмектесешь, олар қандай сүлейіз, қалай двигаться етеді. Осторожней. Ты мне не до этого сейчас. Мне дело полно, видишь? Ну, пожалуйста, Салта, көмектесешь, водителя блесу, образ. Потом. Ну, ладно. Мен, на тачка сонка, братан. Короче, қазір кофесін алып шығады.
И там по магазинам тексируга кетет. Он бәрі қайдан білесің? Былтыр ақшадан қиналғанда прессовать етейін деген бұл. Конкретно қорқтым, братан, отвечаю. Бұл жерде камера жоқ па? Смело, братан, камера жоқ. Как кто? Он шықты. Пошли. Подожди, что-то не то. Не буду. Уже, что с тобой? Твоя мать, наркоман, мани мне. Блядь, что-то походу у него. Какой-то приступ. А какой приступ? Я откуда знаю? Ты врач, что ли? Уже. Блядь, что-то у него. Сердце не, блядь, бьется, блядь. Очнись, блядь, раз. Очнись, блядь. Мы же пошутили. Братан, ну, нюха, не надо мне. Вернись, братан. Мы же этот, хотели чуть-чуть его напугать, брат. Это вот назад, братан, ну лечь, блядь. Дыши. Без дяй, халсин, да. Чё ты, очнулся, бля? Нормально? Чё это было? Ой. Вот, бля. Я чё вырубился? Я думаю, это вот на жопу нас посадил, бля, брат. Да я же эпилепсик. Чё, как ты? Может, тебе этот... Скоро вызвать, а? Я к багажнику. Подошел, резко темно. И я, наверное, испугался, поэтому приступ. А как я здесь оказался? Я ж там стоял. Мы сенді көтерівал келдік. Ваңызға апарайын. Да, спасибо. Рахмет. Вы же мне жизнь спасли. Да ничего. На нашем месте бы так. Сера, посмотри, подкинь. Я не знаю. Я строже. Бизнесмен. У нас так не принято. Из этого бизнеса, блядь, здоровье потерял. Миша, инфаркт недавно был. Жена ушла. Бабки есть, а счастья нет. Кстати. Сейчас посмотри. Вот. Держи. Держи. Рахмет, конечно, но не надо. Ты тоже давай, верни. Как верни, братан? На душу вырвал трубу. Сказал тебе, блядь, верни. Ой, блядь. Да. Да, парни, я же от души. Нет, серьезно. Все нормально, брат, ты это. Оставь себе, ты это лучше следи за здоровьем. Ну, сержант, а? Марат. Сержант. Марат. Болом. Парни, от души рахмет. Все нормально. Спасибо. Давай, будь. Ну, ёб твою мать. Чего он отказывается? Ой, тебе повезло, бля. Давай. Ой, бля, брат, неге ақша алмадын? Ауадан келген ақша ғой. За что деньги? За то, что вы лажанулись, да? Бір жағынан лажа жасады, бір жағынан ақша жасады қойын. Было. Мы же не аферисты, не мошенники. Мы же пацаны по понятиям. Бұндай ақшаны қайтып аласың? Өзің айтқан жоқсың ба, курс көтергім келеді деп. Саған ер екенін өзің білмейсің, братан. Походу, сенде реально орта жасында кризис. Слушай, кризис? Раз ты такой этот умный, да? Парень уже его это. Да, без проблем. О, пап, как раз сіздік тұтқым. Менде бір сараттайын кастинг. Соған мен бірге барасы ма? Поддержки өріп дейін. Саған, блядь, брат қыз қолыма кірмей ма, нена? Желание жоқ, нах! Сам решай свои проблемы, блядь! Ты, блядь, мужик или тёлка, нах? Сорвался. Но главное не начинать пить. Типа, в такие моменты лучше вообще не обращаться к алкоголю. Это прям очень слабый такой поступок. Чё с ним? Настроение нет, что ли? Погон. Чем тебе нужно было помочь? Давай помогу. Держан. Всё, Кирилл, слышишь?
вещи, вон, сядь в машину, довезу. Да нет, не надо уж. Я мозги не хавай. Говорю тебе, сел в машину, быстро. Чё ты стоишь, давай, а ты сейчас получишь у меня. Это не обессудь, сорвался. Ты тут ни при чем. Все нормально. Слава мужика. Да. Да не бубней, нормально, скажи. Да, да, слава мужика. Вот молоток. Мужик всегда должен признать свои ошибки. Да хочешь вечером какой-нибудь твой вайн снимем, а? О, круто. Давайте. Как раз мне Ваня сценарий вон. Все, договорились. А что там за движуха у тебя? А там, брат, криминальный фильм, главные роли, кастинг Шахарган. Ничего себе, блин. У меня в тачке сидит, значит, звезда экрана? Нет, брат, кастинг тем тугр. А что это такое? Ну, это... Пробы. Бірінші режиссер тексеріп, егер жақсы ойнасаң, алады киноға. Да возьмут железобетона, блин. Такого актера, как ты, нужно еще поискать, блин. Вот 5 минут назад, как ты плаксу классно сыграл, блин, честно говорю. Нет, пап, мен реально ренжідім сол кезде. Да ладно, шучу, Щегол, ты че, блин? Слушай, походу серьезная компания, да? Да, да. Так, кстати, ты там кого будешь играть там? Ну-ка покажи. Ну там одного главаря, бандита. Курс тима? Давай. Вы что, охренели? Где мой долг? Вы что, не знаете, кто я? Сейчас познакомьтесь со мной поближе. И с моим другом. Ха-ха-ха-ха. Давай, давай. Давай, быстро. Забронируйте место на кладбище. Лохи! А чё, не волду? Ты чё, первоклассник, что ли, хочешь напугать? Ну, нормально. Какой тебе нормальный? Слышь, его, если хочешь напугать, вот как надо. Ты чё, блядь, попутал, да? Думал, я тебе не найду, блядь, пап? Я таких, как ты знаешь, сколько похоронил за городом. Слушай сюда, если в течение 30 секунд ты мне не вернёшь долг, я тебе буду отрезать по одному пальцу в минуту, блядь. И когда я отрежу все твои пальцы, нахуй, я их пожарю на сковородке и заставлю тебя сжать твои же пальцы. Понял, нахуй? Понял, говорю? Все, я понял. Мужчина, вы что делаете? Ну-ка, отошли от парня. Сейчас полицию вызову. А зачем? А это не то, что вы подумали. Мы роль репетируем. Ты мне зубы не заговаривай, еще скажи, что это пранк. Ну-ка, иди отсюда. Чего? Не, это ты... Шумен, рульга дай нам затрамся. Скажу, что это... Он тебя запугал, да? Ничего, я ментов вызову. Я знаю этих зэков. И, короче, исчезни отсюда. Я тебе тоже пальцы оторву и съем. Давай, давай. Полицию вызову. Подожди меня. Ты видишь, работает. Если так же сыграешь, они 100% возьмут тебя главным актером. Только не ссы, братишка. Сейчас я понял. И что-то не смог найти время за 2 месяца позвонить мне, узнать, как мои дела. Знаешь что? Гандон ты, Жан, гандон. Стоп! Почему ты рук отрывок из рэкетера играешь? Вы что, ему сценарий не отправил? Нет, я просто хотел добавить... Скотин да хассе! Так в чем дело тогда? Почему ты другую сценарий играешь мне? А? Знаешь... Что я хочу тебе сказать? Гандон не Жан, а ты. Иди нахер отсюда! Нормально он тут вообще. Набрали его. Следующий! Чуть сам уже волнуюсь. Добрый день. Меня зовут Ержан Вайс. Спасибо, что вы
пригласение на... Давай роль. Без личных слов сразу играть. Ты чё, сука, попутал, а? Ты думал, я тебя не найду, падла? Стоп! Кто тебе просил очки надеть? Я просил, да? Нет. А чё напялил тогда очки? Сними быстро! Он же его по-другому учил. Знаешь, я таких, как ты, сколько похоронил за городом! Почему ты шепчешь? Можешь погромче? Сука! Сука, в течение 30 секунд ты мне не вернешь голос! Ты чё кричишь нормальным голосом? Можешь играть ты? Я буду тебя отрезать по одному пальцу. И когда отрежу все... Стоп! Иди нахер отсюда! Бездарный! Это Чепушила? Сам пошел нахер отсюда. За базаром следи, блядь. Я тебя сейчас, твой язык, блядь, в жопу засуну, понял? Ты кто такой, Мразь! Да кто ты такой, а? Ты знаешь, кто я такой? Я заслуженный адепт! Ты заслуженный баран! Очнись! Очнулся? Слушай сюда! Ты сейчас попросишь прощения у моего сына. А если вдруг ты этого не захочешь, я тебе расскажу сценарий, что будет с тобой дальше. Я тебе отрежу язык ножом, повешу его в рамку у себя в спальне и каждый день буду смотреть с удовольствием на него. А потом, когда ты накатаешь на меня заяву, я дам твои координаты моим пацанам, чтобы они нашли тебя и закопали где-нибудь вдоль трассы, понял? Я понял. А когда я выйду из зоны, приду домой, налью себе кофе, я опять с удовольствием буду смотреть на твой гнилой язык. Ты понял, в рамке? Понял. Беру свои слова обратно. Очки не дал. Пошли. Нахуя сидел, кидала? Где охрана? Чё ты смотрел? Куда ты смотрел, блядь? Почему я такой, блядь, геморройный, нахуй? Ну зачем ты мне посылаешь такие испытания? Неужели я такой грешник? Все через жопу, блядь. Блядь. Ну зачем ты меня вытащил из комы, а? Зачем? Я бы лучше, блядь, сдох, нахуй. Ой, пап, нормально все. Вот ненормально. Понимаешь? Я не понимаю, как дальше двигаться мне. Я не понимаю, как с людьми, блядь, общение ловить. Я только, не только, блядь, себе жизнь порчу. И тебе, и маме, и сестре, блядь, всем. Блядь, вот только что, блядь, тебе на актерской карьере натастал ханшард. Хотя, мог, блядь, клин стептап-то что-то само. Нет, блядь, везде найду проблемы, блядь, найду. Хайда майпанш? Куда и бездельных совет, блядь? Құдай просто тәт екінші жас бермейді ғой сізге. Ну, актерский карьера. Пусть, ладно. Потом болады ол. Главный ойындамаңыз. Бәрі нормально болады. Муж, шай ішіп аламыз. Сосын жақсылап массаж жасап берейін, жатып демалып аламыз. Да не, не надо. У меня дела есть важные.
Какие дела? Жену встретить? Да. Колосится. Нормально. Принял уколну? Да нет. Я просто зашел. Зашел сказать тебе, что... Ну, в общем, Салта. Сенрич Кинджер болса. Сен Дахтамасан. Кишер. Ну, не смог. Сама понимаешь, у нас поколение такое, дурацкое. Да все нормально. Ты что, выпил, что ли? Да нет. Я просто говорю от души, как есть. В общем, ладно, я пойду. Прощается, типа? Чего? Потяни сюда. Ух ты! Жунгинопс! Слушай меня. Ты моя кровь. Кто бы что ни говорил, не забывай это. Я тебе этого никогда не говорил. Но я горжусь тобой. Самое главное, у тебя большое сердце. И Амерден вызвал на Талас. Уходите, я пожалуйста. Ну и там хужайный инсенс. Мама, да. Эпкинге, Аркаша, документы с пожилима. Потом, когда мама вернется, передай ей, что она моя неповторимая, единственная. Сосун. Кешерался, меня не кешерался. Сбежать, пожалуйста? Да нет. Гораздо прудом, как здесь он был. Ни в коем случае не заходи в гараж. Там будут серьезные дела. Что за дела? Я ж тебе сказал, не заходи и все. Понял? Пять.
Жерма шул күттім ой, жерма шул мен сені күттім. Күнітін сен қасымда болдың ой. Сені оянат деп саған сендім ой. Сен еркек емесің, сен қорқақсың. Чуток вспылил. Я же не специально, и ты тоже. Он будет главным актером? Да не, братуха, ты че, я же не актер, так что давай счастливо. Ща, подожди. Слушайте, так, сейчас. $1 сколько стоит? 420, а что? Нет, ну точно. 420. Ёб твою мать. Да, я согласен. И сына потяни. Давай договорились, ага. Чё, главный руки алмани? Да! Ё-моё, заржу! И он сказал мне, за это я получу 30 штук баксов, блин! Поздравляю! И ты куришь звезда у вас, потом зарплату в виде звезда у вас? Конечно! Вы знаете, что следующую серию можно посмотреть сразу же? Так. Во-первых, хочу сразу извиниться, если что, вдруг нету звука. Хотя я, наверное, сейчас на монтаже просто заменю там трек как-то или что-нибудь сделаю. Дабы обойти авторские права, там я читал, конечно, комментарии, то, что есть люди недовольные, но, камон, все уже так делают, ну, типа, другие какие-то каналы. И с Ириной Каратовной так делали, и с другими какими-то проектами. Вот, поэтому в этом нет ничего такого ужасного, то, что копеечка какая-то будет капать мне с видоса. Вот. Так, ладно, давайте по серии. Хорошая серия. Такая, знаете, даже тяжелая, такой депресняк у главного героя. Кризис среднего возраста. И вообще... Можно спокойно понять его, но то, что он там хотел бухнуть, типа, как-то ко мне, ну, что-то как-то, ну, не верилось, то, что вот такой персонаж, он вроде сильный, но его, видимо, настолько все это сломало, то, что он все уже готов был выпить, но ладно, хоть он пошел к Буле, и тот его остановил. Это вообще неправильно. То есть, ну, вообще ни при каких обстоятельствах нельзя так ломаться, если ты как бы и не пил. Да и вообще просто, ну, алкоголь не решит этих проблем. Вот, помимо его линии тут еще была линия Иржана. То, что он репетировал, он готовился, он, для него это было важно. Вот, и отец
Ну, отцу было не до него. И Салтанат, когда пришла, тоже вся в делах, тоже не до него было. И потом вообще на него сорвались. Бедняга, короче, парень. Вот. Ну, ладно, к нему еще вернемся. Салтанат, вот. Вырубила дело там все-таки этого. Заставила, видимо, найти дела тех бандитов. Это, по сути, она как бы правильно поступает. Но смотреть как со стороны закона, то неправильно, конечно же. И она его еще подставляет. Но движение у нее правильное, конечно. Просто, не знаю, сейчас, наверное, проканает. Я надеюсь, тот не спалит, потому что если он еще раз спалит, то ей вообще, там, не знаю, крышка. Сложно ей будет двигаться. Вот. Так. Это мы обсудили. Классно то, что они в итоге спасли этого мужика. Я думал... Ну, это вообще такой, знаете, типа неожиданный поворот, то, что у него в итоге эпилепсия. Актер тоже знакомый. Я думал изначально то, что, ну вот, типа, вы меня спасли, чем я вам, как вас могу отблагодарить. Он, конечно, деньги предлагал, но я думал, может, работу подкинет, типа, там, я не знаю, охрана какая-нибудь или еще что-то, потому что... Ну, они же рядом прям оказались, спасли, вытащили в итоге. А так просто что-то он уехал и все. Ну, понятно, они там как бы, сержант уж отказался от этих денег, типа, это не его. С Булой они, я думаю, померятся, потому что, ну, камон, тот поймет, мне кажется, его. Вот. Отец, конечно, он как отец себя тоже классно показал, вот как раз когда ехали на кастинг. Как он его готовил, ну блин, тому как будто он ему показали, какая интонация, как все говорить, но как будто горох об стену, короче, вышел на сцену и начал опять там свое, короче, кричать там как-то. Удивил жук, появление жука, я не помню, как его зовут, ну, я его там жуком называл, поэтому здесь тоже такая посерьезнее роль уже, такой тут серьезный какой-то этот, такой дерзкий, короче, кинорежиссер, строгий, вот, ну прям вообще и затыкал рот мальчишке. Что-то мне как-то подсказывало то, что, я думаю, это сразу произойдет, типа, вот же ты, типа, человек, кандидат на главную роль. Но у него, видимо, шоковое состояние было после того, как ему прилетело. Вот. Очень крутая сцена в машине. Эти эмоции классно показаны сержана. Очень понравилось. Вот это прощание, уже в принципе же нам понятно то, что, ну, походу он уходит, а они как-то не понимают этого. Не знаю, но то, что он извиняется, уже я бы такой типа, во-во-во, полегче, остановись, там, я не знаю, ну как-то поболтал. А тут типа он сказал, она такая, чё? Ну, Салтанат может просто сама там в делах, ей как-то не до этого было. Сын остановил тем, то, что... серьезные делишки, типа в гараже будут там какие-то люди, и там были серьезные делишки, но нам не показали. Короче, прощание, ну, мне не очень понравилось, и не очень понравилось то, что в итоге он все-таки решил покончить жизнь самоубийством. Как бы знал я, понимал то, что этого не произойдет, ну камон, сериал-то хороший, персонаж крутой, так что вот так вот просто, чтобы он ушел, ну нет. Но уходил, признаюсь честно, я как-то впервые вообще вижу такое изобретательно. И вообще даже как-то я не задумывался, что можно так. Опять же, мне казалось то, что в машине должно быть больше дыма, но тогда его бы нам не видно было.
если докапываться. Вот. Ну и круто то, что все-таки пришла жена. И правильно она его отчитала и назвала трусом, потому что это... Ну, в каком-то плане... Она права, конечно. Вот. И классно то, что этот... в итоге они поцеловались, у них все-таки вот проснулись те самые чувства. Ну и супер концовка, что ему в итоге предложили роль, что было ожидаемо. Бешеные деньги, 30 тысяч долларов, вау, очень круто. Все, сейчас они, я думаю, заживут прям. Главное, чтобы он ничего не запорол, но я надеюсь, он ничего не запорит. Как вам серия? В комментариях ставьте лайки, пишите комменты, дабы поддержать канал. Все, по-моему. Короче, всех читаю. Увидимся там. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Check it out.